Это юбилейная дата была для нашего района. В 60-м году впервые наши два села, Борисово и Братеево, да, вошли в состав Москвы. И с этого времени начинается. А в 82-м году, ну так я напомню, в 82-м году уже был образован, соответственно, район Братеево в составе тех территорий, которые к нам дошли. Поэтому в первую очередь хочу вас поздравить с праздником, с днем нашего района. Ну, к сожалению, мы с вами не могли провести праздничное мероприятие, оно было запланировано, но Роспотребнадзор недавно возможности провести около ленты, как обычно, такие массовые мероприятия, гуляния, да? Как и сегодняшнее мероприятие «Славянский базар». Мы тоже обычно по традиции проводим это мероприятие в июне месяце, тоже на открытой площадке, с массовым количеством людей. Но, к сожалению, опять еще нет таких условий, чтобы провести такое мероприятие. Поэтому проводим мы это мероприятие вот здесь, в этом зале, с теми ограничениями, которые нам были указаны. Почему «Славянский базар»? Это наш местный праздник, который мы проводим у нас в районе Братеево. Мы решили такой праздник проводить. Почему? Да потому что нас, россиян, нас, славян, почему узнают? Нас узнают по тому языку, на котором мы общаемся, да? По тем песням, которые мы поем, по тем танцам, по тем традициям, которые есть у нас. И поэтому этот праздник обычно у нас приходит в виде концерта. И те авторские коллективы, которые сегодня будут выступать на этой сцене, те артисты, которые здесь будут выступать на сцене, как раз имеют тот самый репертуар, который близок и дорог нашему сердцу, нашей душе. Это наши любимые русские, российские песни, танцы. И те коллективы давно себя зарекомендовали вот именно в этом направлении их творчества. Я надеюсь, что сегодня вам будет весело, радостно, с улыбками, как вас просили. Я вас прошу, не стесняйтесь, подпевайте, подтанцовывайте, чтобы сегодня день прошел хорошо, весело, с хорошим настроением. Всем удачи, еще раз вас поздравляю с праздником. Спасибо.